Oh, wow, he's running out of runway here. He's got about another 500 yards before he reaches the end of this runway here. So he's got the reverse thrusters on. He is bringing it to a quick slow stop here, though, towards the end. That was an incredible job by those pilots. Incredible. Having a hard time. Oh my god! It's crashed! Oh my god. Oh my god. It's gonna be casual. После этого я и летчик увидели стаю чаек впереди поднимавшись. Штук 6-8. Через секунду они пролетели слева от кабины экипажа и дальше попали в левый двигатель. И начал самолет кренить влево с потерей высоты. Поняли, что полосы нам не хватит для торможения. Поэтому мы влево начали отворачивать. Потом начались вот эти вот удары, знакопеременные перегрузки. И потом еще более страшный удар. Уже горизонтальный. После этого самолет остановился. Спросил, экипаж живы? Ответили, живы. Пассажиры покидали через боковые двери, задние двери. И пол самолета были уже в огне. Когда им подали команду, все от самолета, бегом, все четко отработали. Молодцы. Никак...